Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 66-й серии турецкого сериала «Однажды в Чукурово» и вспомним об анонсе прошлой серии. 66-я серия выйдет на экраны Турции 1 октября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Однажды в Чукурово» мы увидели, как Йылмаз очень сильно переживает и винит во всем себя, ведь он, как мужчина, не смог защитить свою женщину. Он не смог решить ее проблемы, и даже ее раны Йылмаз не залечит. Зулейха сообщила Йылмазу о том, что на самом деле Аднан его родной сын, и он его биологический отец. Такого поворота событий Йылмаз никак не мог ожидать, и эта новость его шокировала. Его душу и сердце очень сильно страдает из-за того, что Зулейхе пришлось много пережить. Йылмаз должен принять важное решение, как ему теперь поступить дальше. В семье Демира очень тщательно скрывали самые сокровенные и темные тайны, и теперь они стали всплывать наружу. Спустя много лет мать Демира решила отправиться в другой город для того, чтобы встретиться с женщиной, которая разрушила ее и свою собственную жизнь. Сейчас она пытается отомстить ей за прошлое или же хочет забрать то, что ей не удалось тогда. Давняя соперница отвечает Хинкар, что она никогда не воспринимала это за настоящую любовь. Для нее самое главное было выйти победительницей, и для этого она готова была все сжигать на своем пути и разрушать. И сейчас наступил момент, когда Хинкар должна будет поплатиться за все совершенные ей действия. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 66-я серия выйдет на экраны уже 1 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.